Всем привет! Меня зовут Никита. А меня зовут Женя, и вы на канале Бурундуки. Сегодня Вальтрек третьего сезона зеленый. Не спрашивайте, почему в мультике синий, красный, а у нас зеленый. Такой, какой есть. Никита, держи, распаковывай. И папа видел? И тут еще двигается крыло, вот эти белые. То есть как в мультике? Ну да. И в втором сезоне тоже у вас как крутилось. Ну, разрезай, попробуем. Я всегда показывал. Вот, и вот это писано. Когда ударяешь, это двигается. Держи. Разбираем по частям. Драйвер. Очень легкий. Один из самых легких третьего сезона с пропеллером. Не знаю, Вальтрек в третий, согласно таблице, Хасбро стал абсолютно усредненным. Раньше он был атакующий, теперь очков атаки только 4. Как видим, легкий вес тоже 4, 5, легкость, выносливость 5, так, тут ловкость, а не легкость, защиты вообще 2, не знаю, какой-то средний бой по показателям, посмотрим, какой он будет в деле. Папа знает? Да. Это у драйв, такой драйвер с пропеллером есть в мультике второго сезона у Рокфора. А, кстати, точно. Да. Интересно они сделали. Так, кольцо снимается. Пластиковая часть. Сейчас мы попробуем, как оно одевается. А, одевается до щелчка, не сильно крепко держится. Так, верхний слой. Вот для скачивания. Резкость, я надеюсь, уже есть. Как Никита говорил перед этим, здесь на пружине, то есть, видите? Он якобы возвращается в обратное положение. То есть, если теоретически, да, Никит, ты прав, если теоретически он задевает бей, вот так, то потом он возвращается в положение. Я не знаю, как это будет на практике, но посмотрим. Сейчас мы его соберем. Никит, ты будешь им играть? Да. Дуй бой. А у меня кофта как раз под 2-3. Мне кажется, у меня тоже. Ну ладно, держи. Так, про запускалку говорить нечего. Стандартная двухсторонняя запускалка третьего сезона Бэя под Хасбро. Так, из особенностей Бэя... Вот так сложно дерзать. Вот так. Ну потому что крылья выпирают. Из особенностей Бэя больше ничего нету. Получается только крыло и этот пропеллер. Пропеллер на драйвере. Ну что, сделаем несколько боев против боев третьего сезона. Нет, ну почему? Начну я с моего любимого Думсайза. Заряжай. Ну не дадусь. Готов? Ближе к тебе. Три, два, один. Ого. Ничего не видно.
Мне кажется, у меня был неудачный выпуск. Запуск. Ну да. У меня неудачный запуск, остановился ты 1-0. Попробуй еще сильнее его запустить. Ну, выглядит он, конечно, красиво. Так, сайзер. Атакует. Так, ты перекрутился. Дольше, чем я. 1-1. Охотишься, ты остановишься. Смотри, его совсем разорвать сложно. Давай. Охотишься, как ты остановился, а я крутился до полной скорости. 3-2-1. Подожди, подожди. 3-2-1. Я же так не умею быстро запускать. 3-2-1. Вперед. Абсолютная победа. Я что говорил? 3-1. Ты выиграл. Хорошо. Вальтрик. Вальтрик показал себя неплохо. Победил моего любимого Дуссайзера. Класс. Или, как говорится... Мне нравится пропеллер и крылья. Когда ударяется бы об крыло, да? Если бы не ударится об крыло. Не? Я не знаю, что тебе сказать. Давай. Попробуем против... Спрайзена. Давай. Спрайзена. Legend Спрайзен. Здесь... 3, 2, 1. Я на сапы попал. Смотри, очень справился. Визуально кажется меньше. Так, отлично. 1-0. А потом будет абсолютная победа. Попробуй. 3-2-1. Вперед! Я самое сильно запустил. Смотрите, как ведется Вальтрек. Первое поражение Вальтрека. Ты продолжаешь им играть? Да. Так, я на этот раз возьму Джиниуса. Вальтрек залился, легко справится. Ты его собери сначала с его выступающими шипами, пропеллерами и крыльями. Я его соберу, потом ты его никогда не соберешь. Только я его смогу разобрать. Давай. 3, 2, 1. Ого, смотри, мой даже не сдается. Мой не сдается. О, как он прорезает, смотри, он интересно двигается. Ну, и что я говорил? 1-0, ты ведешь. Я сговорил. Давай, Джиниус. Не так силен этот Вальтрек. Включай свой быстрый. Тут нету Спрайзена, ты перепутал. Вальтрек, включай свои крылья. 1-1. Я думал, Спрайзен. Давай, запускай. 3, 2, 1. Спрайзен! Спрайзен, включай свое быстро зубо крылья и свою атаку. Ну, молодец. 2-1. Где же твой Спрайзен? А, ты играешь Вальтреком. Давай. Вперед, Вальтрек! О, ты сильно запустил. А давай слабо. Потому что я вижу. Просто я уже вижу, что ты останавливаешься. И все. Тебе конец. Ну? Ну, ничья. Ничья, правильно?
Я думал, ты остановишься, а я буду крутиться. Ладно, хорошо, ты выиграл. 2-2. Давай тогда. А что 2-2? Было 2-1. 2-0. 2-0? А, точно, 2-1. Давай. 3-2. О, моя блядь, совсем не придумала. Валь, пригонит меня. Ты видел? А, я выиграл. Так, ну что? Поменяемся? Давай. Последний бой. Кем ты будешь против Вальтрика играть? Держи Экскалибус. Ты думаешь, что ты легко победишь, да? Да! Сейчас я так запущу Вальтрик. Три, а не смотришь. Ты остановишься быстрее, давай. Нет. Ты атакуй, но я не останусь. Да нормальный Вальтрик, Никита, смотри. У него крылья такие, тут даже мои руки его тяжело держать. Давай. 1-0, я веду. Ну да. Допустим, 2-1 ты ведешь. Какой у меня был запуск, ай-яй. Давай, Экскалибус, удар мячом. Отлично. Выдержать последний бой и не разбиться. Это очень легко постараться. Куда я им играю, ты Экскалибус? Дай, мне нужно кое-что проверить. А, так тут сила. 1-5. Все, ну, и как тебе мой конец? Это... Мой дольф открутился. Ладно, хорошо. Проиграл, Вальтрик. Я сговорил. И что ты хочешь, каким поиграть? Вальтрик хочешь? Нет. А кое-что, что ты не справишься. Опля. Диэндрин. Ой, извините. Пытайся. Боишься? Смотри, сейчас как он разлетится на части. Не-не-не, если ты это сказал, возьму Хунца Харасуда. Как помню я в мультике, Харасуд разбил Думсайзера. Давай, берешь Харасуда, но это твой выбор, это последний бой на сегодня. Магия! Ну, а мой на полной скорости. Мой не сдается! Ну, наверное, да, я остановлюсь. Так. Я сговорил, мой не оставил, мой не сдается. Держи своего хорошего. Давай еще. 1-0. 3-2-1. 1-1. Делаем запуск. 3-2. Ну все, ты проиграл. Все, пап, ты проиграл. Хорошо, 2-1. Я все равно сейчас выиграю. 2-1. 3-2-1. Вперед. Вот так тебе. Ты сейчас подскочил. Давай. Харасуд, включай свои мячи. 4 мяча. Вальтрик, ничего не включай. Просто перекрутись дольше Харасуда. А нет, тебе не позволится. Ну, а я... Так, ребята. Ну, на самом деле, неплохой уж бей. Мы им еще будем играть. Мне нравится, как он классно лежит в руке. Мы посмотрим, как еще можно использовать тут эти волшебные крылья. Да, Никит? Ну, а теперь мы прощаемся с вами. С наступающим Новым годом. С наступающими праздниками, ребята. Да, Никит? Пока. Пока.